передача «Дети в городе». И сегодня мы хотим вам рассказать о летнем лагере «Мармеландия». И о том, как прекрасно здесь отдыхают маленькие харьковчане. А мне лично очень нравится бассейн. У многих моих друзей нет возможности поехать на море. А в «Мармеландии» можно купаться и в будние, и в выходные. Я согласен с тобой. А ты знаешь, как мне очень нравится готовить. А здесь постоянно проходят кулинарные мастер-классы. Даня, давай посмотрим, что сегодня ребята готовят. Давай. Скажи, пожалуйста, что ты сегодня готовила? Я сегодня вместе с ребятами готовила кексы. Как тебе отдыхается в детском лагере «Мармеландия»? Мне очень интересно делать в лагере поделки разные. А ты знаешь, что руководитель летнего лагеря «Мармеландия» разработала для отдыхающих ребят разнообразные развлечения? А давай спросим у Алены Александровны, какую программу предлагает лагерь отдыхающим деткам? Алена Александровна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об укладе жизни «Мармеландии». Благодаря интересной программе, разработанной для разных возрастов, у нас очень интересно и самым маленьким деткам 2-3 лет, так и нашим младшим школьникам, которые спешат к нам на каждые каникулы. В «Мармеландии» ребят ждут очень интересные квесты, приключения, экскурсии по знаменательным местам нашего города. Также к нам часто приезжают гости, которые проводят мастер-классы, а также каждую смену завершает анимационная яркая программа и дискотека. Лагерь «Мармеландия» работает ежедневно с 8 утра до 7 вечера, что очень удобно для родителей. Для самых нехочух и малоежек разработано вкусное разнообразное меню. Мы очень ждем детвору в нашем лагере «Мармеландия». Традиционной викторины. Внимание, вопрос. От какой сладости получил название лагерь «Мармеландия»? Пишите свои ответы в комментарии и выигрывайте классные призы. Марика, тебе понравилось отдыхать в «Мармеландии»? Мне не просто понравилось, мне очень-очень-очень понравилось. А я пошел собирать рюкзак и приеду сюда обязательно на следующие выходные. С вами была передача «Дети в городе». Всем пока!